центра Филадельфии. Эти дома были построены больше 100 лет назад. И вот здесь один небоскреб старый разрушен, строят новый. Вот примерно вот такой. Около 100 этажей. Вот так выглядит самый центр Филадельфии. Улица называется Broad Street. Вот я продолжаю. Вот сейчас дневное время, четверг. Люди, толпы. Много людей черного цвета, потому что они не работают. Я-то на пенсии. Они просто не работают. Вот для них стоит полиция. Считайте, что вы вместе со мной ходите по улицам Филадельфии. Город братской любви. Город банкиров и ювелиров. А также портных и всяких разных дурных. Звуки музыки. Жизнь хорошая и жить хорошо. Правда, хорошо жить еще лучше. Вот такие здания. Historic, prestigious, spacious. Здание сдается в рент. Вот это здание сдается в рент. Видно, никто не может заплатить такие большие деньги. Где-то играет уличный музыкант. Сейчас мы подойдем ближе, услышим. А вот номер 1500 Walnut Street, самый центр города. Еще одно старое здание, немножко реставрированное. Вот эти исторические здания Филадельфии. Вот идет перестройка. Здесь уже начинаются какие-то академические театры и кози кафе. Итальяна. Вот видите, жилой дом. Вот такой вот. Вот такой вот дом. И первые 7 этажей. Паркинг. Вот они, современные города. Вот видите, старушке помогает. Человек помогает старушке идти машину свою взять. Starbuck кафе, Stout's Beer, пиво, а вот химчистка, не знаю ли будет видно. CVS Pharmacy, аптека, а вот тут, как моя дочка говорит, кинотеатр. Вот такой кинотеатр. В действительности это не был кинотеатр, а это вот вы видите, это называется знаменитый филадельфийский Kimmel Center. Это мультимиллионер Kimmel подарил городу вот это здание. Здесь проводятся конференции, концерты, там великолепный зал. Кинотеатр. Это вот Broad Street.
с видом на наш City Hall, вот там вдали. Это отель Doubletree. И вот другая сторона. Это старая церковь. А здесь центральный вход Kimmel. Вот такой вид. Круговая панорама. Вот он, Kimmel. Смотрите, трафик небольшой. Вот время от времени встречаются вот такие ларьки. Они никому не мешают. А то в Москве их всех поломали. На Филадельфии они никому не мешают. Люди купят здесь себе что-то покушать или газету. Вот FedEx. Вот такие картины рисуют художники на стенах домов, что само по себе приятно. Вот чуть-чуть отошли от центральной улицы, и полная тишина. 3 часа дня, четверг. В живописном проходил сегодня Food Festival. Вот видите, все траки едут с едой. Но они уже закрылись. И я опоздал, как всегда. Я всегда в жизни все опаздываю. Но на основные вещи я не опаздываю, на всякую ерунду. Вот я считаю, что покушать я всегда успею. Жизнь не состоит только из еды. Жизнь состоит больше из познания этой жизни. Но кушать тоже надо. Поэтому я пришел на этот food festival. Он начался в 10 утра, закончился в 3 часа. Вот сейчас как раз 3 часа, вот они закончили. You finished, yeah? Where did you start? 10? Oh, so I'm late. Thank you. Ну вот, я ничего не потерял, зато я сделал несколько интересных видео и фотозарисовок. Видите, в центре города. Вот этому дому тоже, наверное, как минимум лет 80. А может и 100. Вот так стоят велосипеды на улице. Паркинги такие в центре города, очень много паркингов, потому что очень много офисов. Вот интересное название пищевого трака. Foolish. Foolish sweet and savory waffles. И вот интересный такой тротик. Мамс. Мамина пища. В городе идет стройка. Серьезная стройка. Но пыли, как вы видите, вообще нет. Как они так умудряются? Вот так выглядят молодые филадельфийцы. Нормально одеты. Нормальные молодые люди. Вот один из видов транспорта тоже. Велосипеды. Видите, написано The University of Arts. Здесь учатся студенты, художники. А внизу, на первом этаже, кафе. Вава. No, it was you. The Bellevue. The restaurant.
рестораны, магазины. Своровский, магазин кристаллов. Интересно, до сих пор существует магазин шляп тоже. Гурин Бразерс. А вот Армани Эксченж. И вот я вернулся в ту точку, которую я уже снимал. Тот же музыкант. The Cheesecake Factory. Клуб Монако. Известный магазин Gap. И везде напоминание, что мы находимся в Америке. Вот так распускаются уже листики. Пора распуститься. Но недавно был мороз, пару дней назад. А сейчас 20 градусов тепла. Звуки города. Ну вот Wells Fargo банк. У меня там $2 лежит. Я шучу. Это мой банк. Нет, но это не мой банк, я клиент этого банка. Вот такой вид. А я маленький такой, небоскребы, небоскребы. А я маленький такой. Вот прямо напротив Сити Холла стоит будочка и продают прецелы. И никому это не мешает. В Москве мешает, здесь нет. Это же нормальные человеческие отношения. Есть, конечно, всякие случаи, но в основном тихо. И это на фоне того, что все население вооружено. Правда, в штате Пенсильвания нельзя носить кобуру за поясом и Sweet and Wesson. I'm kidding, not Sweet and Wesson. Sweet and Wesson. Потому что Sweet — это сладенький. Это мои шутки такие дурные, никто не понимает. Прямо перед Сити-холлом, посмотрите. Вот люди торгуют всякой ерундой. Никто их не трогает, они платят налоги, их никто не трогает. Видите, даже написано, что это центральная площадь. Center Square. И, пожалуйста, рядом стоит полиция и охраняет, чтобы было в городе тихо. Памятник прищепки. Я не помню точно историю, я приду дома и посмотрю историю этой прищепки, почему она здесь. Значит, что-то важное эта прищепка имеет к этому городу. And I've been since I've been.